Друзья, всем привет! Я сегодня оказался в новом городочке небольшом. Он называется Анамура. Это самый южный город Турции. Он находится к востоку от аэропорта Газипаджа, к востоку от Лани, от Анталии, в общем, на восток. И самая-самая южная точка – это вот здесь этот городочек. Я с утра сразу поехал исследовать здесь достопримечательность. Кстати, сейчас, именно сейчас, вот в данный момент, я нахожусь в самой-самой южной точке Турции. То есть, если смотреть главный материк, если не брать в расчет Кипр, кстати, отсюда должно быть видно в ясную погоду Кипр. Здесь вот очень-очень много разных всяких достопримечательностей, театров, Одеон, вот здесь 32 на 30 на 20 метров, вмещал в себя до 1000 человек, написано вот здесь вот. Кому интересно, можете остановить, почитать. Второй век до нашей эры, до 1000 человек вот этот Одеон вмещал. Очень интересно. Так, здесь строительные леса, сейчас идут строительные работы. Ну, в любом случае, так или иначе, я думаю, мы туда проберемся. Да, правда, 1000 человек, не знаю, куда здесь поместилось бы. Ну, в общем, примерно вот так это выглядит все. В древности римлянам, кто тут, греки, византийцы, чего им нужно было? Хлеба и зрелищ. Прям как мне. Здесь вот есть вот такая вот конструкция интересная. Я был во Франции. Там есть такой акведук, но он гораздо больше и гораздо массивней. В общем, вот эта конструкция, это тоже третий век нашей эры, она была сконструирована для того, чтобы транспортировать воду. То есть откуда-то сверху или снизу, в общем, они с помощью этого мостика, там была речка, канал, и открытым типом, может быть, где-то закрытым, они транспортировали воду, перемещали с одного места в другое. А вот это вот публичная баня, друзья мои, почти 2000 лет назад, или сколько там, 1700 лет назад, они уже в публичной бане ходили, мылись. У них здесь все по-взрослому было, прям культурно. Так, да, вот здесь есть описание. Первый, второй, да, 2000 лет назад. Первый, второй век до нашей эры. Баня, публичная баня. Пожалуйста. Я заходить, думаю, не буду там проводить много времени, потому что мне надо будет сейчас здесь все облазить, стены крепости. Я так понимаю, с этой стороны город полностью защищали стены. И, в общем, никто сюда, естественно, пробраться не мог. Как раз вот отмечены сверху с воздуха стены, как это все защищалось здесь. Но все равно в какой-то момент им пришлось отсюда переехать. Акрополис греческий. Акрополис — это означает типа город наверху, с греческого. Греки здесь, в общем, тусовались. И высота, пик 150 метров, и арена вообще 73 тысячи квадратных метров этого города была. Весьма интересно. Еще я должен отметить, что этот порт, здесь как порт был, вот это место, оно использовалось как порт, и греки использовали этот порт, чтобы на Кипр, в общем, туда-сюда сообщение здесь морское было с Кипром. Говорят, можно увидеть Кипр, но лично я пока не вижу. Сегодня море прям так сильно волнуется. Такое скудное местечко на достопримечательности, потому что вот туда пробраться, по-моему, не получится. Там, если только идти как-то подниматься по бездорожью. Турки меня уже приучили ходить по тропинкам, поэтому я что-то не хочу там шариться по траве сейчас, по колючкам.
И, в общем, сохранилось очень много здесь разных вот этих гробниц, могил. Сохранился акведук хорошо. И бани публичные прям классно сохранились. Все остальное, ну, здесь они первое время тусовались, ребята. А потом они переехали туда, когда их уже пираты здесь замучили. Они, в общем, там на востоке построили новую крепость. Сейчас я туда еду. И получается, возле этой крепости они уже образовали вот этот новый город. Он как раз-таки ближе туда. А это такой старый, древний город. Я, конечно, люблю вот эти все древние памятники, археологию, но после Сиде, после того, что я увидел Сиде, после того, что я увидел в Алании, у меня здесь как-то уже тяжело впечатлить Палестра. Тоже третий век. 900 квадратных метров. Да, это какой-то такой комплекс развлекательный. Спа. Древний спа. Видите, внизу маленькие-маленькие-маленькие камушки. Это мозаика. То есть, я так понимаю, они здесь купались? Да, ее здесь вот укрывают, накрывают. Но она реально была уже тогда здесь. Мозаика. Они прям так любили шиковать. Церковь. 5 век. В 5 веке вот так здесь люди принимали веру. Все, друзья, я покидаю эту достопримечательность. Что-то она мне не впечатлила, или я уже стал таким путешественником, которого сложно впечатлить. Вот так вот, друзья, примерно выглядят окрестности Анамура. Здесь очень много агрономов, очень много всего разного выращивают, всякие разные помидоры, бананы и много разных теплиц. Вот прямо у меня как раз по курсу это вот теплица, и в этих теплицах прям в больших огромных масштабах здесь они выращивают всякие разные овощи, фрукты, я думаю, все что угодно. Рядом с городочком Анамур, прям совсем рядом, совсем по соседству, есть вот такой вот городочек на сопках. Арион или Орион, сейчас я вам точно скажу. И получается, они здесь рядом совсем друг с другом стоят. Здесь живет около, наверное, 50-100 тысяч человек. Он примерно такой же по размеру, как Аланья, этот городочек. Но я вам скажу так, вот этот город, куда я сейчас приехал, он похож тоже на город Гази-Паджа. Он совсем не туристический, здесь вообще намеков на никаких на туризм нету. Здесь в основном вот агрономы, связанные что-то с производством, я так понимаю. Здесь, да, есть отели, есть пляжи. В принципе, набережная у них достаточно неплохая, зеленая такая, много зеленых насаждений. Находятся эти два городочка в долине. Сюда приезжают виндсерферы. Я читал в путеводителях, виндсерферы любят это место. Я думаю, из-за того, что здесь ветер и волны, и, в общем, виндсерферам здесь нравится. Многие прям с Турции, со всего мира. Здесь школы есть и вообще, в общем, кто занимается виндсерфингом, я думаю, надо сюда ехать обязательно. Здесь нету вот этих всяких разных баров, дискотеков, как в Алании, в Анталии и вообще на всех этих туристических курортах. Вот центральная улица, трасса, она примерно будет вот так проходить. От одной вот достопримечательности до другой за 15 минут можно весь город проехать. Я как путешественник, наверное, здесь бы остановился бы максимум вот на один день, как я это и сделал. Переночевал бы, в принципе, посмотрел бы вот эти две достопримечательности и поехал бы дальше. Если вы занимаетесь виндсерфингом, если вы любите спокойный образ жизни, спокойный отдых, то я думаю, вам этот город подойдет.
Если вы любите такое суету какую-то, это, то вы можете ехать в Аланию. В принципе, расстояние, что от аэропорта Газипаджа одинаково. Если за Санталии, конечно, ехать, то вот этот именно город, он будет дальше. Друзья, мы уже подъезжаем. Да, вот уже он прямо по курсу, этот замок. Навигация показывает, что он временно закрыт. Я не знаю, сейчас буду проверять, закрыт он или открыт. Но в крайнем случае, все равно, в любом случае, достаточно красивый замок, на первый взгляд. Он достаточно современный, этот замок. И если будете ехать по трассе, вы его обязательно увидите. Мамуры. Мамуры. Вот там чуть дальше, я вижу, есть какой-то отель. Можно заехать туда, и я думаю, оттуда можно зайти. Вот здесь, в общем, такой отельчик с кемпингом, я так понимаю. И вот я там даже вижу, на автодомах ребята приехали, отдыхают. И, скорее всего, я сейчас смогу здесь где-то машину оставить. Да, вот они приехали прямо на автодоме и кайфуют. Ночуют здесь возле этого замка. Друзья, там с той стороны главный вход действительно, да, закрыт. Крепость вот здесь, вот в западной части, я заехал. Какая-то территория какого-то, то ли отеля, то ли кемпинга. Там туалеты есть. В принципе, все здесь есть у них, все условия. Тенечек такой классный есть прямо на берегу океана, на берегу моря. Здесь даже есть вот такие вот скамеечки, и можно разжигать мангал, огонь разжигать. Я так понимаю, это кемпинг. Сюда можно приехать, когда сезон. Можно приехать и здесь какие-то копеечки заплатить и ночевать здесь на своем автодоме или на джипе на своем. Замок был построен в 11 веке. Здесь были руины римские, и он был построен для того, чтобы защищаться от пиратов, потому что вот там, где мы сейчас были, в том месте, там у них уже не получалось им отбиваться от пиратов, и им пришлось, в общем, сюда переехать. Я так понимаю, там какой-то ремонт или еще что-то идет, потому что главные ворота закрыты, и я там тоже вижу, что западная часть частично разрушена замка. 39 башен сохранилось. Вот видите, вот эта часть, она упала оттуда, это вот часть замка. 23 тысячи квадратных метров территория замка. Видите, друзья, строители тех времен хорошо понимали, что им нужен крепкий, прочный фундамент, и поэтому они старались строить такие вещи тяжелые, такие здания очень тяжелые, на основании, на скальном. То есть вот здесь вот видно, прям как идет скала. И получается, эта скала переходит полностью, идет уже дальше в замок. То есть замок стоит на скале. Да, здесь речка еще была, вернее, водоем искусственный, чтобы это как препятствие, как преграда, чтобы кто захотел сюда залезть, им надо было сначала искупаться в этой речке, а потом дальше туда идти. И вот здесь есть бойницы для лучников очень много. Еще и лучников пройти, и, короче говоря, не так просто было попасть в этот замок. А вот здесь мост был, по всей видимости. Да, скорее всего, здесь был мост такой. Когда надо было, этот мост, в общем, открывался, и здесь можно было пройти, зайти. Тем лучше, что он закрыт, потому что я смогу сюда еще приехать, может быть, с Сарой, и мы здесь с ней погуляем и обследуем этот замок. Ну, он мне понравился, я заметки обязательно себе это место помечу. Они здесь расставили стульчики, шезлонги, и все у них вот так культурно, с видом на замок, вот так они ночуют. Достаточно старенький такой автодомик. Ну, вот они выбрали себе такой путь. А есть еще вот Дакар. Это вообще внедорожник, автодом. Тоже немецкие номера. И они могут на нем вообще хоть где проехать. Круто. О, они даже, я думаю, они договорились и подключили. Им дали электричество.
Они подключились, а они какие-то копеечки платят и ночуют. Друзья, заходите в Инстаграм, подписывайтесь. Я обязательно где-то в истории, там, где будет про Турцию, всякие разные мои сторис, я отставлю точку, метку именно на это расположение, чтобы вы были в курсе. Вы это все сможете там увидеть, посмотреть. Я покинул Анамур, поехал на восток. И вот я опять еду, наверное, километров 15 от него отъехал, от этого города, в котором был. И вот опять замок, крепость на скале. И их здесь очень много, прям невероятно много всяких разных вот этих руинов и всяких вот таких вот античных всяких разных строений. Вот стоит экскаватор какая-то, здесь, я не знаю, база, что-то теплица, и тут же прям сразу рядом этот замок. С одной стороны горы красивые, одна гора прям краше другой, с другой стороны небо с такой водой, она прям переливается от какой-то такой бирюзовой, серо-бирюзовой, до голубой, до синей. Очень красивая эта трасса, и я прям вот всем рекомендую настоятельно, если вы будете путешествовать по Турции на машине, обязательно проедьте по этой дороге, потому что помимо того, что здесь много разных всяких интересных мест, достопримечательностей, плюс ко всему еще вы сможете насладиться самой трассой. Не знаю еще, где буду ночевать. Остановлюсь, наверное, в том месте, где мне понравится, в любом месте. Где будет ветер меньше дуть. Сегодня ночью был сильный дождь, вообще ураган вечером был. И всю ночь шел дождь сильный. И с одной стороны, вроде бы машину помыло, так все свежо стало, хорошо, солнышко вышло. Но с другой стороны, вот этот вот ветер сильный не дает запустить дрон, потому что как только я взлетаю, у него сразу начинается паника, типа сильный ветер, вернитесь немедленно на землю. Итак, D4000 эта трасса называется. Это такая трасса, она прям идет от Анталии и, я думаю, до самых восточных городов, которые здесь есть. Прям до границы, наверное. Вот это вот опять вот камеры, радары, то есть они смотрят, следят. Если вы превышаете скорость, естественно, придется заплатить штраф. Поэтому нарушать смысла нету, когда вы едете быстро, вы ничего не видите, вы создаете опасность, поэтому лучше не спешить, не торопиться. В любом месте будете, если здесь ехать, в любом месте можно всегда остановиться, покупаться, особенно если летом, то это вообще классно. Много вот таких вот мест, где вы можете просто вот буквально с трассы съехать и, если на автодоме, еще на чем-то прям вот переночевать. А, нет. Текели закончился. Текели у нас в Казахстане тоже есть. Аул или село. Баранов там покупают. Кстати, мясо баранины похоже. Вот я сейчас как раз пойду кушать вот сюда. Хочу отметить, что это старая дорога. И я думаю, рано или поздно ее либо закроют, либо уберут. Потому что она узкая и опасная. И, в общем, туда дальше там прорубают тоннели и делают там дорогу широкую. По ней я уже ездил, какие-то участки уже открыты. А эту дорогу, я так понимаю, будут закрывать, потому что, ну, она рассчитана вот только вот на две полосочки узенькие такие. И получается так, что здесь ездят фуры, грузовики большие, и им, естественно, ездить неудобно. Эта дорога очень красивая, она проходит прям вот прям по краешку утеса, но, к сожалению, ее закроют, ее не будет. Вот здесь даже можно видеть уже строительная площадка, там делают, они достраивают туннель. В некоторых местах видно, что они заканчивают. Естественно, эта дорога будет уже дальше, гораздо дальше от моря проходить и в каких-то таких закрытых участках. Она будет безопасная, да,
она будет, там меньше будет вот таких вот поворотов, серпантинов, но она уже не будет такая красивая, потому что она будет дальше от скал, от этого, от моря и, в общем, от этого всего. Как раз про то, что я вам говорил, они здесь строят мосты, туннели, и причем прям такие серьезные мосты, высокие, столько бетона, столько железа они сюда заливают. И, естественно, во-первых, дорога будет быстрее. Я на некоторых участках, там нет вообще вот таких поворотов, серпантинов. Там можно больше 100 км в час ехать. Посмотрите, какие здесь эпичные утесы красивые. С пеной, с морем. Это все так сочетается. Удивительное зрелище. Вот там дорога и сразу же моментальный обрыв. В принципе, теоретически можно туда направо уйти, там прокатиться, но что-то тут знаки запрещающие. Ну вот, примерно вот так будет дорога. То есть, если раньше были какие-то серпантины, и сама по себе дорога была двухполосная всего лишь, такая постоянно виляющая, то теперь она четырехполосная, прямая вот такая. Продолбили горы, а вот та дорога там идет, с правой стороны. Здесь все выгорело тоже. Хорошо, что я туда не поехал, потому что когда выгорает почва, я это рядом тоже с Сиде видел, там ничего интересного, нечего смотреть, там такая печальная картина вообще, когда сгорают деревья, сгорает все полностью. Ну вот, примерно вот так вот она будет идти, и полностью она будет идти вот так вот. То есть 4 полосы за место двух, и она будет ровно, максимально ровно будет идти дорога. Сейчас я вам покажу, если она будет здесь, да, там все выгорело. Совсем они ее, по-моему, доделали. Да, она опять в старую переходит. То есть старая дорога, она вот так вот идет, она красивая, как я уже говорил. Такая живописная, такие скалы красивые, утесы. Но все здесь выгорело. А если бы мы сейчас по новой дороге поехали бы, то она бы просто прямо шла бы. Просто прямо шла бы, через скалы бы и подальше от моря, и вот этих поворотов, естественно, там не было бы, и она бы где-то в глубине бы там шла. Ну, я думаю, она будет идти, но немного позже, когда они закончат. Очень печально, что здесь тоже пожар бушевал, потому что, видите, вот эти все деревья, они погибли, и рядом с Сиде тоже сколько здесь всяких разных птиц, животных, это все погибло, и я даже не знаю теперь, сколько должно пройти времени, чтобы это все восстановилось. В Сиде я тоже заехал в лес, думал, погуляю в лесу, побуду в горах, а там тоже вот точно такая же картина. Видите, как классно. Прям вот скалы, утесы, вот это море, все это, краски так играют. Единственное, печально только то, что здесь это все сгорело, выгорело. Видите, как классно. Прям вот скалы, утесы, вот это море, все это, краски так играют. Единственное, печально только то, что здесь это все сгорело, выгорело. Я еду, продолжаю ехать на восток, в сторону Мерсена. Я уже достаточно далеко отъехал от Алании, от Анталии. Километров 500 я, наверное, отъехал, может, чуть меньше. Я не знаю, или турки, или кто это делает. Вот они берут, вот останавливаются, вот так вот стекла кидают, еще что-то, мусор. Такая природа красивая, такие здесь бухты завораживающие. Они возьмут, придут, мусора накидают, покрышек, еще чего-то. Друзья, вот то, что я вам хотел показать. Новая трасса, которую они построили. Вот здесь радары сразу видно. Их сразу видно, они везде одинаковые, эти радары.
новую трассу, которую они сделали, она уже проходит вот ближе к скалам, то есть дальше от моря, и она менее такая извилистая, менее серпантинная, и в принципе здесь можно достаточно неплохо разогнаться, и в общем она уже шире, гораздо шире, в два раза шире даже. Вот я проехал только что населенный пункт, называется Айдинчик. Уже можно ехать быстрее, чем 50. Короче говоря, они скалы... В общем, они скалы здесь режут, деревья пилят, и получается примерно вот такая у них дорога, трасса широкая. Здесь тоже есть пещеры, но в пещеру я в Алании в одну уже сходил, и в принципе я там ничего интересного не видел. Ну да, мне, конечно, было интересно один раз посмотреть. Очередная моя остановочка. Здесь просто если ехать по трассе, получается такой большой съезд, широкая достаточно дорога и большая площадка. Здесь можно остановиться и переночевать на автодоме, если вы путешествуете. Кафе, все вот эти площадки летние, они закрыты. Но если у вас есть с собой еда и так далее, то вы можете приехать. А, да, и я думаю, вон там будет спуск красивый. Да, здесь обрыв. Капитальный обрыв. Прям такой невероятный обрыв. Вах! Так, ветер вроде не сильно дует. Я сейчас здесь попробую дрон запустить, полетать. Я это место тоже отмечу в Инстаграм. Заходите, подписывайтесь на мой Инстаграм, и вы будете там получать гораздо раньше информацию. Я, честно говоря, не перестаю удивляться, как много в Турции мест именно для путешествий, на самостоятельных путешествий, на типа на автодоме или там на каком-то своем джипе со спальными какими-то местами, с палатками. Очень много мест. Если бы, к примеру, сейчас вот я приехал бы где-то во Франции, в такое место, там обязательно был бы либо кемпинг, либо въезд для автодомов был бы запрещен, либо еще что-то типа этого. Поэтому, пожалуй, Турция на сегодняшний день это страна номер один именно для вот таких вот путешествий самостоятельных. Особенно, я думаю, это будет актуально летом, потому что летом здесь цены будут на отели намного выше, и можно будет в море купаться. Поэтому лучше всего, конечно, если вы путешествуете на чем-то таком, лучше это делать летом. Очень много зелени, нету снега, нету ничего такого, скользких дорог, ничего такого нету. Солнце светит. Сегодня, пожалуй,
один из самых теплых дней. Либо я просто нахожусь, я сейчас нахожусь в самой южной части Турции. В общем, сегодня прям так солнечно здесь, и ясное небо голубое. Я хожу в кофте, и мне даже желания нет никакого надеть куртку. Наоборот, я бы даже, наверное, надел бы майку и не замерз бы. Я решил сделать остановку вот в таком вот месте интересном. Получается, здесь такой вот полуостров, а между материком и этим полуостровом там есть какая-то деревня или городочек. И еще написано, что вот здесь с краю есть аквариум. Естественно, место очень красивое. Такая дорога к нему ведет, тоже симпатичная. И как раз уже 4 часа. В общем, я сейчас пока здесь найду отель, пока нагуляюсь. Уже стемнеет к тому времени, поэтому лучше завтра с новыми силами я поеду дальше. Вот здесь вот козы бродят. Это чьи-то козы. Там есть пляж. Козы такие прикольные, пасутся. Прямо они вот по скалам, по горам лазят. Им вообще без разницы, по-моему, куда карабкаться и как это делать. Посмотрите, они прям вообще такие бесстрашные альпинисты. Капец, жесть. Они себе здесь головы не попереломают? Горные животные. Травки захотели пощипать. Это отвесная, просто вот скала 90 градусов. Угол здесь. И они карабкаются. Я даже не знаю, как они это делают. Удивительные животные. Не зря я прям сюда заехал. Вот этот остров и еще вот этот вот полуостров, он соединяется с этим материком, а внизу в долине люди живут. Прикольно. Пока я наверху еще, пока солнышко светит, вот я вам сниму панораму. Вот там пляж есть, пирс есть. Это какой-то такой курортный городочек. Я подозреваю, что сейчас здесь практически никто не живет. Приезжают, наверное, сюда люди летом и используют эти дома типа как дачи, наверное, еще что-то, потому что нет признаков жизни, нет признаков того, что здесь кто-то живет, ночует. И вот они все в одном стиле, вот в таком, в белом, сделаны. Там тоже лодки, катера стоят, все законсервировано, все ждет своего часа летнего, я так понимаю. Вот там только пару машин, типа ресторан. По-моему, этот ресторан даже не работает. Но место очень красивое. Такое нетронутое, затерянное. Нету признаков того, что здесь гудеж, галдеж такое. Сдержанное место. Не оставляйте ценные вещи в машине, уходя, убедитесь, что двери машины закрыты. Короче, это у них здесь пирс. Вот такой. Тисан. Это место называется Тисан. Пляж здесь. Вот такая вот галька. И, в принципе, что, все на этом. Отели я сейчас посмотрел. Отелей, короче говоря, здесь нет. Ну, вернее, отели есть, но сейчас они не работают. Поэтому, я думаю, мне надо отсюда убегать, пока не стемнело. И где-то в ближайшем месте я буду искать. Ну, если будете проезжать мимо, я думаю, можно будет остановиться на денек. Если вы путешествуете на чем-то, на каком-то своем транспорте. В принципе, почему бы и нет? Потому что место такое тихое, спокойное. Кому-то понравится. Идет трасса. Выходит из горы. И я прямо вот так ехал. И должен был туда уехать дальше. Но так как я захотел здесь остановиться и переночевать, я поеду сейчас вот туда. Друзья, посмотрите, какой я классный отельчик нашел здесь. Он примерно стоит около 30 или 35 долларов. Прямо на берегу пляжа, вот на первой линии. Чистый такой здесь бассейн, классненький.
так, 4 или 5 этажей, меня, по-моему, на четвертом поселили. Я думаю, здесь летом вообще классно. Бар здесь у них есть. И это вот как раз недалеко от того места, где я катался сегодня. Да, прям вообще клевенький, клевенький отельчик. Я так переживал, что сейчас мне придется ехать еще дальше. А на самом деле все легко и просто, без всяких разных приложений. Я просто зашел на ресепшн, и нигде нет отелей. Я открываю Booking, открываю Agoda, а там пусто, ничего нету, просто пустота и все. И я зашел на ресепшн, говорю, у вас есть свободные комнаты? Они говорят, да, конечно, yes, of course. Видите, с видом на закат. Круто. Очень крутое место. А, еще и breakfast. Еще и включен breakfast. Если так пойти куда-то в ресторан, позавтракать, завтрак примерно будет стоить около $10. Поэтому за ночь я примерно $20 плачу. Около того. Очень выгодно. Отель вполне приличный. С чайником. Тут даже мини-бар есть. Самое главное мне это вот то, что у них белая чистая кровать. И есть душ. И есть интернет. И все, в принципе, мне даже больше ничего не надо. Но я вам так скажу, я очень приятно удивлен. Потому что здесь такой классный балкон. Окна в пол. И прям это все с видом на закат, на море. Вот так это все выглядит. Короче говоря, здесь все необходимое есть. Телевизор, кровать. Сейчас санузел покажу. Ну вот санузел, тоже душевая кабинка. Все мрамором обделано, гранитом. В принципе, все очень чисто, обработано все. Красиво, белые полотенчики. Я буду видео заканчивать. Сейчас я его буду для вас монтировать, выкладывать. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Увидимся в следующих видео.